Откровенные фотографии американского миллионера Тони Тутуни собирают миллионы просмотров. Вокруг него всегда полуобнаженные девушки, с которыми Тони особо не церемонится. То принуждает их на коленях собирать разбросанные по бару доллары, то заставляет принимать крайне неожиданные позы внутри стиральной машины или автокара и на офисном столе. А эта девушка с персиками, яблоками и виноградом, близкая подруга Тутуни, провинилась на недавней вечеринке. И теперь ее тело выполняет функцию праздничного стола, с которого может угощаться любой желающий. Так решил сам Тони. Судя по снимкам и видеозаписям, которые американский миллионер выкладывает на личной странице в соцсети, он большой поклонник зажигательного тверка. Рядом с ним всегда найдется пара-тройка танцовщиц, готовых за несколько сотен купюр исполнить перед Тони эти завораживающие движения задней части тела. Тутуни – большой любитель элитарного гольфа, знаменитой игры аристократов. Но Тони и тут решил, что для него это слишком скучно, и придумал свои правила. Но больше всего шума в сети наделал ролик, в котором приятели Тони под всеобщее ликование стреляют из пейнтбольного ружья по живым шарам. Мишень убегает, как только удар приходится точно в цель. Проклятые деньги. Какая расплата ждет богачей в погоне за удовольствиями? Деньги из быдла могут сделать быдло только еще большего характера. Пьяную драку заказывали? Оплачено. Сколько стоит надавать тумаков звезде шоу-бизнеса? 3/4 роликов, где Жигурда дерется или что-то делает, это проплачено. Игра не в те ворота. Почему фотомодель из Алматы подает в суд на знаменитого футболиста Андрея Аршавина? Он начал неадекватно себя вести, обнимать меня за талию, путать талию с грудью. Как попасть на финансовый олимп и почему на нем так трудно удержаться? Люди считают себя богами, небожителями, что им можно все. Беспокойные звезды. По каким законам живет шоу-бизнес на самом деле? Люди, которые думают, что им можно все, и за это им ничего не будет. Кто защищает знаменитости и золотую молодежь? Самые сумасбродные выходки и пьяные дебоши, за которые им будет стыдно. Смотрите прямо сейчас. Страсть богатых мужчин к острым развлечениям порой переходит всякие границы. Присытившись яхтами, частными самолетами и отдыхом у моря на собственных островах, они начинают изобретать все новые забавы. Вот сын одного из украинских миллионеров открывает огонь прямо из окна гостиничного номера в Харькове. Он хотел расстрелять прохожих, но, к счастью, был изрядно навеселе и промахнулся. А это бывшая гостиница «Москва» в двух шагах от Кремля. Экс-сенатор Умар Джабраилов оплатил штраф 500 тысяч рублей за то, что разрядил магазин своего наградного пистолета в потолок и стены гостиничного номера. По словам бизнесмена, ему нечем было заняться, и он решил проверить оружие, которым за несколько лет ни разу не пользовался. Кстати, на бизнесмена официально зарегистрирован еще и автомат Калашникова. Мультимиллионер Джабраилов после этой истории сделал выводы. И вот результат. Недавно стало известно, что он купил себе целый тир. И если за несколько выстрелов в гостинице он заплатил штраф 500 000 рублей, то теперь у себя в тире он сможет стрелять в потолок абсолютно бесплатно. Популярные актеры, люди из списка Forbes, политики и знаменитые модели. Когда они поднимаются на самую вершину жизни, оттуда, сверху, им многое начинает казаться слишком мелким и неважным. Вот изрядно пьяный Джонни Депп откровенно глумится над аудиторией в зале на вручении премии в области документалистики. И снова Депп навеселе. Публично и с огромным удовольствием в пьяном виде раздает автографы своим поклонникам. Да кто они такие, чтобы появляться перед ними трезвым? Охрана пытается спасти реноме всеобщего любимца. Уводит возбужденного актера с глаз долой. Социологи уверяют, после определенного уровня дохода многие люди чувствуют себя небожителями. Ведь простые смертные для них – нечто среднее между мебелью и домашними животными.
К примеру, горничные супермодели Наоми Кэмпбелл только на первый взгляд девушки. На самом деле это мальчики для битья. Журналисты подсчитали, что Наоми как минимум 5 раз била прислугу телефоном, 2 раза довольно метко швырялась хрусталем, а 1 раз черная пантера пустила в ход свой наточенный маникюр. Почему богатым и знаменитым порой приходят в голову такие идеи, от которых у обычных людей волосы встают дыбом? А главное, как им удается воплощать свои самые безумные эксперименты совершенно безнаказанно? Смотрите далее. «Не виноватая я, он сам пришел». Эксклюзивное интервью фотомодели Ольги Семеновой. Был ли у нее на самом деле роман с Андреем Аршавиным? Он начал неадекватно себя вести, обнимать меня за талию, путать талию с грудью. По ту сторону экрана. Что на самом деле думает актер Дмитрий Дюжев о своих поклонниках и почему всегда летает только бизнес-классом? Бездарные. Вы этого заслуживаете. Эпатаж оптом и в розницу. Шоу должно продолжаться. Сколько стоит драка с Джигурдой? Мне звонят и говорят, ты устраиваешь драку. Наглые и знаменитые. Как самый богатый и эксцентричный адвокат страны Александр Добровинский воспитывал свою дочь? Дальше идет совершенно отвратительнейшая фраза. Омерзительная. И кому разрешено гонять на внедорожнике по аллеям и газонам парка Музеон в центре Москвы? В данном случае человек абсолютно, конечно, является моральным уроном. Форс-мажоры. Как позолоченная БМВ стала невидимой для инспекторов ДПС? Кота на мыло. Новые способы полировки дорогих мерседесов. Самые отчаянные выходки отечественных и иностранных мажоров. Смертельный эксперимент у всех на глазах. Ты уверен, что ты хочешь это делать? Горит? Скандальные откровения российской элиты. Что на самом деле они думают о своей стране? Конечно, я ненавижу Россию. Что происходит в мозгах богатых и знаменитых? Из-за чего они ведут себя как мелкие уголовники и базарные бабы? Смотрите прямо сейчас. Если вылет рейса задерживается, а самолет уже загружен и все пассажиры заняли свои места, ищите женщину. Эта девушка всего за один день стала популярнее своего звездного мужа. Алиса Аршавина, супруга знаменитого футболиста, которую попросили покинуть салон, когда лайнер уже был готов к взлету. По версии Алисы, стюардессам не понравилось, что в этот момент она меняла подгузник ребенку. Мой ребенок закапризничал, я услышала запах. Старшая бортпроводница стала говорит, что якобы очень сильно пахло, и это является причиной высадки. Экипаж отложил вылет самолета и вызвал на борт полицию. Алису с детьми и няней вывели из самолета. Но куда направлялась Алиса Аршавина? Совсем скоро оказалось, что в этой нашумевшей истории стоило искать не одну женщину, а целых 2. Ее фотографии с Андреем Аршавиным под новый 2018 год просто взорвали интернет. В своем эксклюзивном интервью Ольга Семенова, фотомодель из Казахстана, а именно там сейчас проводит трудовые будни футболист Аршавин, признается, что действительно хотела сделать селфи со знаменитым игроком. Но на этой вечеринке сразу что-то пошло не так. Я его попросила, можно ли сфотографироваться, там, заснять на видео. И он как бы против не был. Тут подруге передала телефон, мы засняли. И почему-то, когда началась съемка, он начал неадекватно себя вести, обнимать меня за талию, путать талию с грудью. Естественно, я взяла руки и говорю, ну, положи на талию, потому что, ну, чтобы не блудили его руки нигде в других местах. Фотомодель Ольга Семенова уверяет, она ни в чем не виновата. Знаменитый форвард сам чувствовал себя словно на домашнем стадионе. Уверенно брал мяч и рвался засадить в чужие ворота. Ольга с ужасом представляет, что могло произойти в ту ночь, если бы жена Аршавина долетела до Алматы. Разъяренная Алиса разыскала телефонный номер фотомодели и, со слов Семеновой, представившись сотрудницей ФСБ, сразу начала с угроз. Даже пообещала подбросить сопернице наркотики и надолго упрятать за решетку в случае, если та не образумится. Я спросила, откуда у вас столько наркоты? Вы тогда полгорода девушка Алматы, давайте пересадите. Ну, все, кто рядом с Аршавиным когда-либо вообще находился там, обнимался, я не знаю, давайте всех пересадим. У фотомодели целая подборка гневных сообщений от жены Андрея Аршавина.
Этого архива ей вполне хватило для того, чтобы обратиться в суд с иском о защите своей чести и достоинства, официально обвинить Алису в клевете, а также в том, что она недвусмысленно угрожает жизни фотомодели. Ольга знает, какой едкой может быть месть обиженной звезды. В России на первом месте стоит обливание кислотой за как раз-таки ревность. Что мне в этот момент я должна была думать? Естественно, у меня начинается истерика, у меня начинаются какие-то панические страхи, что я боюсь выходить на улицу. Популярная фотомодель против супруги короля газона. Это уже почти звездные войны. Правда, опытные юристы считают, силы сторон в суде изначально не равны. Чем крупнее, ярче, а главное, богаче звезда, тем больше у нее шансов решить вопрос в досудебном порядке и попросту уйти от ответственности. Звездный статус в России воспринимается совсем по-другому, не как в мире. В мире звездный статус говорит о том, что ты должен быть более аккуратным, более человечным гражданином, который несет доброе, светлое в массы. В России многие звезды считают, что звездный статус – это индульгенция от общения с законом. Это Ольга Бузова. Она летела в Москву из Таиланда, и ей не хватило места в бизнес-классе самолета. Что же произошло дальше? Стюардесса тщетно просила пассажиров салона повышенной комфортности бесплатно пересесть в эконом. Ведь компенсировать разницу Бузова не собиралась. Многие, услышав имя телеведущей, удивленно вопрошали: кто это? Чем только еще больше раззадорили звезду экрана и сцены. Возникает такое ощущение: мне все позволено. Это называется вседозволенность. Эпатажные выходки, провокационные образы. На одном из своих концертов Ольга вышла к зрителям, что называется, с открытым забралом. Публика увидела все то, что обычно скрыто, но только не у Бузовой. На этом выступлении новая звезда отечественной сцены демонстративно облизывает микрофон. Скандальная звезда любит привлекать к себе взгляды поклонников откровенными фото. Не придумав ничего более оригинального, Ольга стянула с себя юбку в туалете ресторана, где отдыхала, и сфотографировалась во всей красе в отражении зеркал. Больше всего они хотят, чтобы внимание к их персоне было постоянным и было пристальным. Для того, чтобы их обсуждали. Обсуждали в прессе, обсуждали на телевидении. Следствием этого являются вот такие поступки. Кстати, туалетные или даже унитазные селфи – новая интернет-мода на Западе. Самострел, сидя на унитазе. Что может быть забавнее? Долой стеснение и закрытые двери. Теперь все, что делали тайно, стало достойным обсуждений. Вот подруга сфотографировала девушку, которая сидела на унитазе. И та, похоже, совсем не против. А это снова Ольга Бузова. Она идет дальше и привносит разнообразие в туалетные селфи. Новый тренд интимных съемок от Ольги – пилотка. Только совсем не в том месте, где ее обычно носят. А это Дмитрий Дюжев, кинозвезда, любимец миллионов. Но в недавнем интервью латвийскому телеканалу популярный артист шокировал даже своих самых преданных поклонников. В нем он рассказал, как впервые столкнулся со своим зрителем лицом к лицу и был обескуражен. В аэропорту «Человек-космос» попытался первым пройти на посадку самолета, но был корректно послан в конец очереди вместе со своим билетом бизнес-класса. Это возмутило Дмитрия до глубины души. Как бы не придумал, я плачу в 4 раза больше, чем вы за один билет. И, наверное, поэтому со стыдом меня попросили вернуться. То есть встаньте в начало. В начало. А вы встали? Да. После внезапной встречи с народом актер задумался, а стоит ли вообще метать бисер перед такими зрителями. Ведь ради них он на съемках жизнью рискует, а его в конец очереди. Словно не было ни эпической бригады, ни жмурок, ни еще десятка ролей. Это правильно, что для вас зрители делают такую лабуду и туфту сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете! По вопросу происшествия с Дюжевым в аэропорту мнения в артистической среде разделились. Никита Джигурда, например, говорит, что актер – человек тонкой душевной организации и отношение к себе требует особого. Артисты – это тонкие натуры, и я на его стороне. Тем более, что, как я знаю, у него был бизнес-класс билет.
Он имеет право. Он же не буянил ничего. Никита уверяет, будь он на месте Дюжева, точно бы не растерялся и свои права непременно отстоял. И даже без привычной ему драки. Потому что дерется Джигурда исключительно за деньги. Я беру деньги и иду, и постановочная драка. На этом самом мы сделали клип потом «Опа, Джигурда», чтобы в клубах выступать. Три четверти роликов, где Джигурда дерется или что-то делает, это проплаченные ролики, кроме вот провокации гламурного адвоката у здания суда, где я его пальцем не трогал. Джигурда уверен, зритель должен знать свое место. У него одна задача – изо всех сил любить актера. Иначе звезда начнет нервничать и говорить глупости. Я-то думал, вы это все как, порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне. Они перестают в какой-то момент, может, уважать людей за их рабскую покорность. Это, естественно, это от недостатка у звезд любви. А вот этому парню на видео вроде всегда хватало и любви, и славы. Хотя, похоже, в маленьком баре на окраине Нью-Йорка не смотрели ни одной серии легендарной «Игры престолов». Ведь дебоширом в этот день оказался никто иной, как кумир миллионов поклонников. Бесстрашный рыцарь Джон Сноу. На этот раз актер Кит Харрингтон, кажется, окончательно заигрался. Явно перебрав с алкоголем, он пытался вмешаться в бильярдную игру посетителей заведения. Выхватывал кии, приставал к игрокам, стучал по столу. После нескольких безуспешных попыток актера завязать турнир сначала на бильярдном столе, а после и просто на кулаках, у охранника бара кончилось терпение. При всем уважении к любимцу публики, легким движением ноги вышибало выставил звезду за дверь. А вы знаете, у каждого своя цифра, после которого слетает планка на голове. Ну, то есть, когда человек теряет ориентиры и считает, что вот он настолько состоятельный, что он решит любую проблему. И снова случай в аэропорту. Эта женщина представляется сотруднику авиакомпании директором Третьяковской галереи. Да так отчетливо, что это объявление слышат едва ли не все пассажиры воздушной гавани. И что? Кого вы будете сидеть? Я директор Третьяковской галереи, буду лежать здесь на полу. Искусство, как известно, принадлежит народу. Но руководителю самой главной галереи страны не с руки ночевать в аэропорту. О чем она на повышенных тонах и пытается донести, угрожая некими высокими покровителями. Завтра вы получите звонок из правительства по поводу вашего и коллег ЖРК безобразнейшего поведения. Впрочем, на этот раз надежды на покровителей не оправдались. Третьяковка, как ни странно, все чаще упоминается в акциях вне культурного поля. В июле 2017-го сын сотрудницы галереи Кирилл Романов прокатился на своем джипе BMW не где-нибудь, а прямо по пешеходным дорожкам и газонам парка Музеон в самом центре Москвы. Более того, демонстративно выложил кадры своей поездки в интернет. Полиция даже права у водителя не смогла забрать. Их у Романова попросту не было. А в своих комментариях под собственным видео он откровенно написал: «В Рашке все делается на раз, если есть деньги». Впрочем, деньги решают далеко не все. И нарушителю порядка Кириллу Романову все-таки пришлось отсидеть в изоляторе свои 10 суток. После чего он вошел в неофициальный интернет-топ-10 самых дерзких мажоров Москвы. Пока он на 9-м месте. Однако и лет Кириллу всего 20. В данном случае человек абсолютно, конечно, является моральным уроном. Точно. Ну, то есть надо понимать, что человек может быть физическим, так или иначе. Это уж природа, матушка так наделила, да? Или там моральным и психологическим, это уже вопрос воспитания и мировоззрения. На пьедестале самых ненавистных интернет-сообществу мажоров уверенно стоит 18-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова. Олеся любит эпатировать общественность. Не так давно юная модель выложила в сеть видео, на котором признается, что ненавидит Россию. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию. Конечно, я ненавижу Россию. Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться.
девушка объяснила свою неприязнь к стране и ее гражданам тем, что о ней много сплетничают вместо того, чтобы гордиться. Правда, чем именно, не уточнила. Модель часто удивляет своими неоднозначными скандальными высказываниями. В ноябре 2017-го наследница знаменитого теннисиста назвала пассажиров эконом-класса «людишками», тем самым вызвав шквал негодований. Дрифт – еще один. Резкие перестроения через четыре ряда, аквапланирование, управляемый занос, полицейский разворот. И все эти опаснейшие трюки лихой водитель выполняет ночью на трассе общего пользования. За рулем явно опытный гонщик. То, что водитель вытворяет на трассе, тянет даже не на лишение прав, а на административный арест. Психологи говорят, обычно так развлекаются люди, разбогатевшие внезапно, в одночасье. Видимо, поэтому такие деньги и называют шальными. 100% сносит в какой-то момент крышу, и я это видел и на собственном примере, и на примере огромного количества моих друзей, когда тебя зашкаливает огромные возможности, чисто потребительские. Движение по заснеженной кольцевой автодороге по встречной полосе легко. В комментариях водитель объяснил свои действия просто. Увидел впереди пробку, и ему резко расхотелось ехать дальше. Развернуться на этом участке МКАДа негде, поэтому ситуация просто не оставила ему выбора. Неприличное, я бы даже сказал, хамское поведение мажоров, которое сейчас захлестнуло в собственный интернет и информационные площадки, напрямую связано с тем, что им просто нечем заняться. Две разбитых легковушки и перевернутая фура на МКАДе. Так с ветерком прокатился по кольцевой дороге еще один золотой мальчик Москвы. Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края. Мерседес Игоря, как установили эксперты, летел по левому ряду со скоростью около 300 километров в час. Увидев перед собой капот Kia Rio, знаменитый на всю Москву стритрейсер продолжал давить на педаль газа. На месте аварии инспекторы ДПС даже тормозного пути не обнаружили. Вместе с Ишаевым в этот день в машине находился и сильно пострадал во время аварии серый кардинал московских стритрейсеров Мурат Балакиримов. Вот его в больницу навещают друзья, в том числе и скандально известная гонщица Мара Багдасарян, которая одних только штрафов за превышение скорости заплатила больше, чем на 300 тысяч рублей. Вот она, вся злополучная троица в одном месте. Это идет от бескультурия, от родителей, которые не учат их, и не принимают участие в их воспитании, своим примером не демонстрируют каких-то лучших качеств, ведут разгульный образ жизни, демонстрируют детям, что за деньги можно купить все, и потом становятся заложниками вот собственных деток. Это невероятно, но Ишаев на суде вообще настаивал на том, что аварию подстроил пострадавший водитель легковушки. Тот якобы неожиданно перестроился в ряд, по которому летел «Мерседес» Игоря. Но поскольку суд проходил в закрытом режиме, то закончился буквально за пару минут. Ничем. За движение со скоростью 300 км в час суд Ишаева даже не стал штрафовать. Права тоже остались при нем. Да и само дело закрыли. Друзья же заявили, что друг к другу претензий не имеют. А эти кадры снимает 18-летний водитель, сын крупного подмосковного бизнесмена Илья Савельев. Похоже, молодого человека совсем не смущает, что он едет не по проезжей части, а по пешеходной. Прямо у стен Кремля. Такой оригинальный способ уйти от пробок совсем не радует прохожих, которые едва успевают увернуться от лихой иномарки. Но Илью и его друзей в машине эти люди только раздражают. Во-во, врачка, тифости. Деньги из быдла сделать культурного человека нет никогда. Деньги из быдла могут сделать быдло только еще большего характера. А вот, скажем так, изменение круга общения, да, может из человека сделать, независимо от денег, да, культурного, воспитанного и образованного человека. Специалисты уверены, сильнее всего стараются подчеркнуть свое превосходство как раз те, кто совсем недавно сколотил капитал. Они еще не привыкли к деньгам и хотят продемонстрировать их всем окружающим. Больше всех пылят и пытаются себя в первую очередь обмануть, что у них все хорошо, глядя на толпу, которую они развлекают. Это люди, которые должны всем денег и идут на дно. Потому что
Настоящие, как их называют на Западе, старые деньги, они стараются не обращать на себя внимания. Эти люди покупают одежду исключительно люксовых брендов. Машины, дома и даже дети – все это превращается в витрину благосостояния. Иначе как соседи, коллеги и друзья поймут, что жизнь удалась? Это Зимбабве, беднейшая страна в южной части Африки. Государственные перевороты здесь происходят едва ли не раз в полгода. Около 70% населения живут за чертой бедности. Уровень инфляции так и просится в книгу антирекордов. В последнюю реформу деньги республики обесценились на 231 миллион %. Но вот совсем другая картина. Так сыновья президента Республики Зимбабве отмечают день рождения одного из своих братьев – Четунги Баларамина. В Дубай наследники прилетели на частных самолетах. Арендовали особняк за 40 тысяч долларов. Вот сын президента беднейшей страны мира хвастается в соцсетях дизайнерскими ботинками за 14 тысяч долларов и новой сумкой от Louis Vuitton. А на этих кадрах Четунга сразу из двух бутылок элитного шампанского поливает роскошные инкрустированные бриллиантами часы за 60 тысяч долларов, выкладывая прямую трансляцию с этого события в интернет. Журналисты посчитали, на вечеринку семья президента Зимбабве потратила сумму, сопоставимую с годовым бюджетом страны. Веселье зашло так далеко, что двоих гостей увезли с вечеринки на скорой, а самих организаторов – в полицию. И только вмешательство высокопоставленного отца спасло ситуацию от полного фиаско. Чего не скажешь о Зимбабве. Через пару месяцев после этой гулянки в стране произошел очередной государственный переворот. Правда, на жизнь золотой молодежи Африканской республики это никак не повлияло. Отсутствие интеллекта или культуры они компенсируют вот этими вещами, шмотками, когда они не могут мериться своим образованием. Знаниями, они меряются это одеждой, тачками. А вот так выглядит жизнь, которая удалась по-русски в исполнении блогера с никнеймом «Божий человек». Сейчас он в Майами. Ванна наполнена белым вином и приправлена кусками пиццы пепперони. Очередь за суши. И какой же русский не любит черной икры? Особенно, когда он залит аперитивом по самую шею. У меня ситровая икра. Чего ты меня так сможешь? Я с Астрахани, я знаю. Несмотря на всю комичность ситуации, психологи говорят, что на уровне подсознания для многих успех выглядит именно так. Полная ванна шампанского, черная икра, много всего сразу и можно без хлеба. Смотрите далее. Кота на мыло. Новые способы полировки дорогих мерседесов. Битва за металл. Какие страсти кипят в коридорах элитных отелей. Ошейник из жемчуга. Бриллиантовый поводок. Чем еще одаривают своих питомцев гламурные хозяева. У каждого моего животного в доме есть отдельные апартаменты. Циничные эксперименты наследника миллиардера. Почему он за это получил по лицу? И почему теперь могущественный дедушка приучает его к общественно полезному труду? Золотая молодежь становится героями скандалов не только в России. За границей этого добра куда больше. Эту страницу в Инстаграме открыли дети турецкой элиты. Они показывают, как весело и с выдумкой планируют промотать состояние родителей. Набор понтов тот же самый, что у всех. Фотографии элитных авто. Один молодой турок катает на своем Ламборгини «Анаконд». Девушки снимают себя все больше на фоне собственных вертолетов и самолетов, покрашенных в ядовито-яркие цвета. Крокодилы, тигры в роли домашних питомцев. И много золота. Даже пистолеты и те с оттенком благородного металла. Посмотреть, как выглядит турецкая мечта, желают многие. У странички более сотни тысяч фолловеров. А вот так в прямом смысле горят деньги богатых родителей в Великобритании. В этот раз компания подростков действительно повеселилась с огоньком. Сожженный Мерседес Геленваген, выброшенные часы Rolex, спущенные в унитаз деньги. Лондонские мажоры и бездельники уже не знают, чем себя занять. Парни, разойдитесь, я снимаю. Зашибись, Гарри.
В кадре под радостные крики молодежи догорает автомобиль, стоимость которого только в базовой комплектации больше 7,5 миллионов рублей. Они швыряют деньги на ветер, а потом выкладывают видеозаписи своих подвигов на личные странички в сеть, незатейливо подписывая их так: «Нам было скучно». Золотая молодежь развлекается на всю катушку. Без бутылок шампанского у них не обходится даже поход в туалет. Кстати, в качестве реквизита молодой человек использует бутылку шампанского «Майя Шандон» стоимостью не меньше $1000. Лайки собраны, скуку как рукой сняло. Поджарое загорелое тело, темная футболка, армейские штаны. Знакомьтесь, американский мультимиллионер, фанат роскошного образа жизни и игры в покер с невероятными ставками Дэн Билзерян. Его дом всегда полон женщин, наркотиков и оружия. Вот так, например, Дэн отметил праздник всех темных сил – Хэллоуин. Его называют королем Инстаграма. 23 миллиона подписчиков. Все хотят следить за жизнью богатого и знаменитого Дэна. Волосы ему стригут полуобнаженные девицы в галстуках-бабочках. Новый пикап миллионеру нужен только за тем, чтобы перевозить на нем противотанковую пушку. Его дом напичкан пистолетами, автоматами и гранатометами. Вот один из твитов Дэна. «Больше всего я боюсь, что когда ко мне в дом кто-то вломится, я не смогу решить, из какого оружия его пристрелить». Билзерян давно известен роскошными пиршествами и дебошами. Эпатажные вечеринки – явно его конек. Сексуальные оргии, литры шампанского, полуголые фотомодели и даже экзотические жирафы. Веселью не видно конца. Но зачастую Дэн совершает поступки из ряда вон. Однажды мультимиллионер сбросил с крыши своего особняка в бассейн абсолютно голую 18-летнюю порноактрису. Девушка сломала ногу и подала в суд на мультимиллионера. Но эти разбирательства для Билзеряна лишь еще один повод для потехи. Даже тот факт, что в 25 игрок в покер перенес 2 инфаркта, к тому же из-за злоупотребления сексом и выпивкой у него развилась эмболия легких, Билзеряна нисколько не расстраивает. И свою раннюю выписку из больницы он отметил новым сообщением в Инстаграме. «Собираюсь пробежаться. Ставлю $1 000 000, что не умру. Кто-нибудь хочет поспорить?» Желающих не оказалось. Как никто в своей одиозности успели отличиться и дети мировых знаменитостей. Во все тяжкие пустились сыновья Жан-Клода Ван Дамма и Джеки Чана. Оба баловались наркотиками и не раз попадали в полицейскую хронику. Отбился от рук уже в 16 сын королевы поп-музыки Мадонны и режиссера Гая Ричи, Рока Ричи. Еще совсем недавно ему запрещалось смотреть телевизор, пользоваться личным мобильным и соцсетями. У него было очень жесткое расписание учебы и собственный диетолог, который указывал, что и когда ему есть. Никаких бургеров, сладостей и уж тем более пива. Но Рокко ушел в отрыв, переехав от матери в Лондон к отцу. Отчаянный подросток начал с прогуливания школы, затем перешел на алкоголь и закончил запрещенными препаратами. Этого парня уже не остановить. Да что говорить, если даже сын интеллигентного Алена Делона был едва ли не самым отчаянным хулиганом Парижа. В молодости что он только не делал, и бил машины, и был арестован, и наркотики, все что угодно. И когда Ален Делон, да, сказал ему: «Я тебе дал свою фамилию, как же ты ее поганишь?», то его сын ему ответил: «Забери свою фамилию обратно». Адвокат Добровинский сам едва не упустил тот момент, когда ребенок богатых родителей окончательно теряет связи с реальностью. Было время, когда его дочь стала очень плохо учиться. Я усадил и начал как бы учить ему разуму и сказал: «Послушай, если ты мне начнешь заниматься, то я тебя переведу из твоей школы, которая тебе очень нравится. Вот будешь ходить там около нашей дачи в деревенскую школу». Но ответ ребенка поразил даже невозмутимого Добровинского. «Папа, я, дочь...» Дальше идет совершенно отвратительнейшая фраза. Омерзительная. «Я, дочь самого богатого адвоката в стране, буду ходить в деревенскую школу? Да не пойду я никуда». Тогда отец решил, что ребенка пора спасать, и отправил девочку на перевоспитание в интернат во Францию, в Сорбонну. Когда они встретились через год, Добровинский свою дочь попросту не узнал. «Папа, я очень хочу один подарок, если ты можешь мне сделать, но он очень дорогой.
Я напрягся, потому что до этого в Москве, в четвертом классе, она попросила часы с бриллиантами. Я думаю, что же это такое дорогое? Она говорит, я хочу плеер. Но он дорого стоит, 32 евро. Я нашла один магазин, где плеер стоит не 32 евро, а 29. Но такой же. Я не стал ей перечить, знаете. Мы шли еще минут 20 по жаре в каком-то жутком районе. Нашли и купили этот плеер за 29 евро. Я был абсолютно счастлив. А вот о том, чем занимается отпрыск другого богатого семейства, родители узнали лишь после того, как его приключения попали в интернет. 20-летний Гриша Мамурин, внук хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова, решил, как говорят, поймать хайп за деньги деда и запустил в сети провокационный эксперимент. Ну что, ребят, вы видели, на что способны люди ради денег? Гриша, как и один всем знакомый основатель популярной соцсети, тоже честно признается. Ему совершенно некуда девать деньги. Но если Павел Дуров на День города просто выбрасывал 5000-ные купюры из окон своего офиса, то Гриша решил пустить их в дело. Вот он за приличный гонорар предлагает прохожим выпить стакан мочи. Не все горожане оценили размах стартапа. Некоторые просто посылают экспериментатора куда подальше. Ты здесь 15 лет? Вообще никакие деньги? А почему? Но вот и первый успех. Всего за 1000 рублей случайный прохожий идет на риск. Шокирующие кадры получают свои 1000 просмотров. Григорий торжествует. Деньги действительно решают все. Григорий почувствовал вкус славы и задумал новую провокацию. Теперь внук миллиардера уговаривает девушек раздеться. Конечно, не бесплатно. Цена скачет как биткоин. От 1000 рублей до 5. Но чем закончится эксперимент? Смотрите далее. Кота на мыло. Новые способы полировки дорогих мерседесов. Битва за металл. Какие страсти кипят в коридорах элитных отелей? Золотые таблетки, комната для собачки и стриптизерша для малолетнего сына. Что еще придумывают богатые и знаменитые, чтобы скрасить себе жизнь? Сегодня все главные столицы мира оснащены такими коробками с большим выменем. И куда тратят деньги люди, у которых все и так уже есть? Внук миллиардера Григорий Мамурин на улицах Москвы уговаривает девушек раздеться за деньги. Удалась ли ему провокация? Едва ли не первая встречная принимает вызов и прилюдно снимает не только платье, но и все остальное. Не покидает ощущение, что все свои эксперименты Мамурин срежиссировал заранее. Но для чего подобные развлечения нужны человеку, у которого и так в жизни есть абсолютно все? У него есть свое объяснение. Я хочу показать, какие быдловатые люди. А ты жил такой жизнью, когда судьба волею случая загнала тебя на самый край. Как бы ты себя повел? А так развлекаются последователи Мамурина. И тоже в парке. Молодой провокатор нашел алкоголика, который за 500 рублей согласился съесть булку со жгучим соусом. Подвыпивший мужчина даже не рассчитывал, что, получив еду, ему за нее еще и заплатят. Если ты съедаешь эту плюшку соусом, то получаешь 500 рублей. Согласен? Согласен. Подопытный вряд ли понимает, на что соглашается. Более жгучей смеси в кулинарии просто не существует. Соус, который выбрал экспериментатор для своих экзекуций над народом, в 50 раз острее соуса чили. Повара работают с ним в резиновых перчатках, чтобы не обжечь кожу. Че? Нет, стой. Ты по всей плюшке разлей. Этот соус еще и коварен. Он не сразу раскрывает весь свой жгучий букет. Поэтому неопытный дегустатор совершает роковую ошибку, которая может стоить ему жизни. Молочком запивай. Не помогай. А водички нету? Воды нельзя, надо молоко только. Ой. Рот, наверное, да, весь горит? Всего 3 минуты, и человек практически теряет сознание от боли. Но новоявленный блогер продолжает снимать и давать ценные советы. Я же тебе говорил, надо было на плюшку. Нет, вот это вам проще. Каким-то чудом дегустатор приходит в себя и получает заветные 500 рублей. Их судьба была предрешена еще до начала эксперимента. Смотри, вот тебе 500 рублей. Спасибо, братан. Я заработал их. На что потратишь?
Пойду к комедиатору. Психологи называют такие поступки некой компенсацией. Они характерны для людей, которых долго унижал кто-то другой. Но откуда такое чувство может возникать у парня, который воспитывался в благополучной и богатой семье? Я могу позволить другого, значит, пойти на какой-то аморальный поступок, подчинить себе и сделать его рабом, потому что на самом деле человек чувствует в себе этого раба. Чтобы вы понимали, это внутренняя неудовлетворенность, это внутренняя никчемность. По сравнению с этими роликами, серия, где внук миллиардера Григорий Мамурин развлекается с моделями в стиле БДСМ, выглядит уже вполне невинно. Однако именно она впервые заставила семью Мамурина публично высказаться об активностях сына в сети. Нужно было срочно реабилитировать образ парня, который как-никак задумал поступать в МГИМО. В качестве лекарства семья прописала Григорию веками проверенный способ – трудотерапию. Лечение он проходил здесь, в элитной гостинице «Хартвелл» на Садовом кольце в центре Москвы. Хотя застать его за работой нам не удалось. Да и персонал не так уж часто видит Григория на рабочем месте. Слышали что-нибудь про Григория Мамурина? Конечно. Он является владельцем этой гостиницы? А он часто здесь появляется? Он появляется здесь, но не так часто. В любом случае, если раньше внук миллиардера тратил чужие деньги, то теперь его, по всей видимости, пытаются научить зарабатывать собственные. Во всяком случае, новые ролики на его канале стали появляться значительно реже. Я готов заплатить 150 тысяч сейчас вот для тебя, чтобы я переспал с твоей девушкой. Что еще может прийти в голову скучающему подростку с пачкой купюр в кармане? И чем это грозит окружающим? Или он готовит что-то новое и впечатляющее? Вся жизнь российской супермодели Алены Кравец – сплошной эпатаж. Она говорит, ей очень нравится пристальное внимание к ее персоне, желтой прессы и многочисленных подписчиков в интернете. Моя жизнь – это бразильский сериал. То есть постоянно у меня вот что-то, чего-то происходит. В главных ролях, помимо самой Алены, ее животные элитных пород, привезенные от заводчиков из французского Куршевеля. Стоимость этого микрокарликового померанского шпица – больше сотни тысяч рублей, не считая ошейников и украшений. Ну, мы ее на самом деле брали такую вот более подрощенную собачку. То есть ей было уже около годика, и видно, что она была уже такая микрушечка. Хозяйка со своих питомцев в буквальном смысле пылинки сдувает. Расческу, щетку. Мы сейчас почешем их. Вот так вот мы прихорашиваемся. Шпицов надо именно вот так. А у собак, как и у хозяйки, полные тумбочки украшений. Одни для прогулок и особые для выхода в свет. Такие вот ошейнички у нас, видите? Сваровски. А сколько такой ошейник стоит? Где-то около 500 евро. У нас такой же еще в розовом цвете есть. Но больше всех с нарядами и украшениями повезло Алёниной кошке. Ее день рождения хозяйка отмечала с размахом и подарила питомцу ошейник из жемчуга ручной работы. А кошки где-то около 100 тысяч рублей они стоят. Вот. Поэтому ее все очень оберегают дома. Вот. У каждого, кстати, я не сказала, у каждого моего животного в доме есть отдельные апартаменты. У собачки есть своя комната, вот. У кошки есть тоже своя комната. Кстати, для домашних животных тоже можно найти необычное применение. Не только же тратить на них свои миллионы. Пусть пользу приносят. Вот владелец Мазерати полирует капот щенком. Иначе, видимо, не добиться идеального блеска. Кстати, у этого американца есть последователи в Краснодарском крае. Здесь в качестве четвероногой ветоши хозяин использует упитанного рыжего питомца. Животное жалобно мяукает, но красота элитного автомобиля, по всей видимости, требует кошачьих жертв. Но куда тратить деньги, если самолеты, яхты и собственные апартаменты для кошек уже есть? Эта запись набрала миллионы просмотров в Ютубе. Отец-миллионер решил показать сыну, как выглядит взрослая и богатая жизнь. На день рождения мальчику подарили двух стриптизерш. Молодой человек еще не совсем понимает, что делать в такой ситуации. Но отец всегда готов помочь советам. Стриптиз каким-то образом срывает с человека, который туда попадает, наручники сдержанности. Ты принимаешь пилюлю вседозволенности. И человек, который такую пилюлю для чего-то проглотил, он начинает делать какие-то вещи, которые, в общем, никогда бы не сделал в приличном обществе.
Развлечения богатых не знают своих пределов. Вот так украинские богатые мальчики играют в пинг-понг увесистой пачкой крупных купюр. А вот таким образом не дает себе скучать любимец девушек всего мира, певец Джастин Бибер. Плевать он хотел с балкона на своих поклонников, причем в буквальном смысле. Что движет звездами в такие моменты, понять сложно. Вот и молодой российский футболист Станислав Манаев заработал красную карточку от пользователей сети. 19-летний полузащитник клуба «Тосно» демонстративно высморкался в 5000-ю купюру и выкинул ее, сняв все это действо на телефон и выложив в интернет. Свое видео он подписал так: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются. Но не отдам, потому что у меня насморк». На Манаева обрушился шквал критики в интернете. Молодой игрок попытался удалить видеозапись, оправдывался тем, что купюра фальшивая, и он хотел пошутить. Но было уже поздно. Или вот еще одна забава – золотые таблетки. Никакого действия на организм они не оказывают. Просто тонкий слой золотой пыли постепенно обволакивает часть кишечника, и у человека становится позолоченным даже то, что обычно принято спускать в унитаз. Но как стать частью этого праздника жизни? Методы у каждого свои. Чтобы хоть как-то прикоснуться к роскоши и изобилию, многие девушки готовы тратить тысячи долларов на создание товарного вида. Внимание богатого мужчины, оно ведь в прямом смысле дорогого стоит. В итоге, как говорят те самые обеспеченные мужчины, на которых, собственно, и идет охота, вся Европа теперь словно на одно лицо. Будто дамы прошли через какой-то косметический конвейер. Сегодня практически все главные столицы мира оснащены такими коровками, если не сказать телками, с большим выменем. И это стало именно нарицательным, и это стало смешно, понимаете? Мы с друзьями сразу определяем, где кто. Кто пользовался силиконовой долиной, а кто нет. Возможно, поэтому охотницам за миллионами иногда приходится решать вопросы старым проверенным способом. Вот две светские львицы не поделили богатого льва. Они спорят о том, с кем из них сегодня уйдет добыча. Битва за сокровища клиента пятизвездочного отеля ожесточенная. Только туфли летят. Драка продолжается до трусов. Затем рефери пытается развести соперниц по разным углам. Получается не сразу. Как известно, денег много не бывает. И деньги способны на многое. Но никаких миллионов не хватит, чтобы отъявленного хама и дебошира превратить в приличного человека. Науке такие случаи неизвестны.